А вот сейчас я вам покажу, откуда, как выгоняют людей, у которых рент. Я Винсент Килпастер, я выкинул паспорт. На полтинник, прикиньте, в этом году подняли мне ипотеку на полтинник. Хотя 30, короче, лет не должны были по контракту ничего менять. Но они нашли способ. Они не подняли за дом, они подняли за страховку. Потому что дома подорожали, типа. И вот мой дом 54-го года. Теперь я плачу на полтинник больше. А вот сейчас я вам покажу, откуда, как выгоняют людей, у которых рент. Потому что у них-то на 30 лет нет договора. Хозяин, когда хочет, поднимет цену. Работы стало меньше, цены стали выше, бензин, продукты. И людей могут вышвырнуть из дома за неуплату. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, когда вышвыривают мебель. Вот как это выглядит, короче. Кого-то вышвырнули. Разбили часы с кукухой. Здесь, короче, оставили надпись маркером на двери. Какую-то ужасающую, короче. Видите? И вышвырнули все шмотки. Таким образом. Спасибо, что насыпали соль, а то бы я упал. Вот. Вот это особенно примечательный предмет. Но снегом занесло. Не успели эвакуировать. Вот. Видите? Кресло. Кусочки чужой жизни, да? Кусочки чужой жизни. Сковородки. Вам интересны кусочки чужой жизни? Людям всегда интересны кусочки чужой жизни. И людей всегда радует, что у кого-то дела обстоят хуже, чем у них самих. Смотрите, какой прикольный столик. Это времен Людовика еще. Людовика 13-го. О. Видите, аукцион. Давайте. О, видали? Радио. Это хороший сюрприз для меня. Смотрите, батарейка крона. Работает? Нет. Так. А сейчас я вам... О, нифига себе, смотрите, что тут. Pepper spray. Ну, просто офигенно. Что еще? Таро. Ну, хорошо. Раз таро. Сейчас я вытяну вам карту и предскажу ваше будущее ближайшее. Я таролог известный. Итак, что вам выпало? О, волшебник, короче. У вас будет сюрприз скоро. Хороший или плохой, я уже не гарантирую. Вот, нагадал. Вот, в общем-то, что я имел вам показать. Хороших вам выходных, желательно приятных сюрпризов.